Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня у нас вот такой вот квадрат, он у меня получился очень большой и красивый. А где я его увидела? Я увидела его вот в таком костюме. Сам по себе костюм, посмотрите, если правильно и по качеству, и по толщине нити подобрать пряжу, то костюм будет просто эксклюзив. Но сам по себе квадраты, так как у нас сейчас идет зима, да, вот ближется зима, мы все хотим утеплиться. И когда я вязала этот квадрат, мне пришла идея, а почему бы нам не связать вот с таких квадратов, а с такого с одного, или, допустим, набрать точно так же, как набирается там жакет или юбка, связать плед. Очень красивое тепло будет смотреться и плед. Да, можно с одних квадратов, можно с нескольких. Мы с вами разберем еще. Кроме этого квадрата еще разберем квадрат. И каждый из них по себе и прост, и, в общем-то, интересен. Вот этот один из сложных, там еще есть один сложный квадратик, и два из них просто элементарные. Если вы помните, мы летом с вами вязали сарафан, да? Сарафан, как бы бабушкин квадрат, и там идет отделка именно квадрата. Вот у нас с вами, можем с вами сделать и зимний вариант вот такого костюма, или набрать плед. Итак, кому понравилась идея, присоединяйтесь, сейчас свяжем. У нас с вами есть схема. Схема, как разложить квадраты в жакете. Размеры квадратов здесь не указаны, но можно посмотреть вот по жакету. Смотрите, здесь написано 24, то есть сторона нашего квадрата 12, то есть на вот этот размер. Какой это размер? Если здесь 24, то есть получается 48 размер, видите, по ширине. На 48 размер. Вы же смотрите больше-меньше, тоньше нитка, значит, может быть, не 2, может быть, 3, может быть, 4 квадрата нужно соединить для того, чтобы выйти на свой объем. Здесь вы уже играете толщиной нитки, да, и вполне возможно, что можно играть вот этой вот обвязкой, которая соединяет наши два квадрата. Ну и не только два, все остальные. У нас есть с вами пример, как разложить для юбки. Вот пояс, да, и квадраты, как квадраты собираются вниз. И у нас с вами есть схема. Схемы вот один квадрат, второй, третий и вот четвертый. Все это у нас будет в группах. Сможете посмотреть. По поводу пряжи. Я возьму вязать свои образцы вот с такой вот пряжи, белой и серой. По серой ничего не могу сказать, так как это стоковая пряжа. По беленькой скажу вот что. Это у нас вот такая марка. Мадам Трикот Мерина Голд. 60 шерсти, 40 акрилов, 100 граммах, 400 метров. Если у меня в 3 нитки, значит, это получается толщина где-то 1, в 100 граммах где-то 130 метров. Значит, вот это вот тоже аналогичный, ну, на вот взгляд, на ощупь, они вроде бы вот одинаковые. Поэтому мы с вами будем вязать именно вот с этого набора ниточек. По поводу схемы. Схема очень нечеткая. Даже если увеличивая на экране, все равно я не могу пересчитать эти петли, поэтому буду делать какой-то экспромт по ходу движения. Почему? Потому что, ну, как бы квадрат хочется связать, да, но вот недостаточно информации. Будем работать. Поэтому для начала я возьму крючок, наверное, 5. Начнем мы с вами вязать со скользящей петли. Можно, конечно, начать так как у нас будет 16 столбиков без накида, можно сделать 8 воздушных петель и связать кольцо. Но мне почему-то захотелось сделать так, чтобы у нас как можно меньше оставалось отверстие в самом квадрате. Поэтому мы вот так сделали с вами это скользящую петлю, что нам позволит затянуть. Да, я сделаю одну петлю подъема и в колечко провязываем 16 столбиков без накида. Я 16 столбиков провязала, и вот теперь я могу немножко подтянуть за эту ниточку и как можно меньше сделать вот это наше центральное отверстие. И, конечно, мы с вами соединяемся соединительной петлей, да, и начинаем с вами вязать второй ряд. Второй ряд я захожу, первую петлю я провязываю столбик без накида, а вторую я провязываю один и в эту же петлю провязываю вторую петлю, второй вернее столбик. То есть у нас получилось, один столбик у нас был провязан один раз, второй раз мы провязали два. Теперь я вяжу 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 воздушных петель мы с вами связали. И вот в рядом стоящую петлю я провязываю столбик без накида. И в следующую петлю провязываю 2 столбика. 1 и 2. Вот если мы сейчас с вами посчитаем, то у нас получилось с вами здесь вот 6 столбиков без накида. То есть это у нас с вами 1/4 нашего квадрата уже с петлей. Следующим мы с вами провязали, видите, 2 столбика, да? Вот сюда мы с вами провязали вот 2 столбика. Поэтому вот следующий у нас идет 1 столбик. За ним у нас идут 2 столбика. 1 и 2. С которого мы опять с вами вяжем 16 воздушных петель. И опускаемся в рядом стоящую столбиком без накида. 16 петель провязали. И в следующий столбик зашли, провязали 1 столбик без накида. Так, а в следующий провязываем 2. 1 и в этот же 2. В рядом стоящий столбик 1 петля, затем вот 2 петли, 1 и в эту же петлю 2. И с нее мы вяжем опять с вами вот такую большую петлю. То есть вот это у нас будет с вами 3-я петля. И так точно так же сделаем и 4-ю. Завершаем. Итак, вот смотрите, мы с вами сделали такие углы, да? Я уже обрезала нитку, и вот у меня последние 2 столбика с одной петли. Вот у меня последние, или мы соединяемся, и у нас как бы готов мотив. Вернее, не готов, а площадка для следующего цвета пряжи. Да? Дальше, как вы видите, у нас идет, обвязываем мы с вами вот эти вот большие арки. Обвязываем их мы будем с вами серой ниткой. Серой ниткой мы должны с вами закрепиться в самой арке. И арка должна, вернее, первый столбик должен закрепляться здесь и по центру каждого из этого вот части квадрата. Для того, чтобы перейти к новой нитке, я предлагаю соединиться вот как. Вот наша последняя как бы петля, да. Мы с вами заходим, я протягиваю, и уже вот эти 2 петли я их провязываю другой ниточкой, для того, чтобы у нас было очень вот так вот. И эти нитки подтягиваю. Видите? И теперь я делаю накид и перехожу в нашу арку и вяжу столбик с одним накидом. Столбиков у нас с вами должно быть 10 как бы с одной стороны, 10 с другой стороны и 1 центральный. Итого должно быть 21 столбик. Вот так вот мы и обвязываем. Смотрите, я обвязала вот нашу петлю, вот эту. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот это вот 11-я у нас центральная. И дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Даже одну немножко сделала лишнюю. И теперь вот мы в центральном. То есть у нас здесь 1, 2, 3, 4. Видите, мы 1, 2, в 3-й мы с вами закрепились. Вот у нас готов одна арочка готова обвязана. Накид и переходим в следующую. В следующей арке мы вяжем с вами столько же столбиков, сколько и в первой. То есть 21 столбик. И так обвязываем, присоединяемся и обвязываем все по кругу. Итак, смотрите, я обвязала все вот наши большие петли. И последний момент, да, вот сейчас нам нужно с вами и закрепиться, и поменять ниточку. А почему? Потому что дальше мы с вами будем обвязывать уже белой ниткой. Смотрите, что я делаю. Я захожу вот в то место, откуда мы с вами выходили, да? Вот моя нитка, которую я вязала, я ее захватила, а теперь беру уже белую ниточку и провязываю уже белой ниткой. Немножко запуталась, вот так вот. У нас опять осталось с вами 2 хвостика. Понимаем, что тут у нас есть работа попрятать все это дело, да? И переходим с вами на обвязку наших этих лепестков. Теперь смотрите, как я вижу по схеме, в 6-м, вот у нас 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В 6-м столбике мы с вами делаем пико. Так. И в 11-м, видите, это 6-й у нас, 7-й, 8-й, 9-й, 10 и 11 столбик, это у нас с вами как бы центральный, да, нашей петельки. Мы тоже с вами здесь делаем пико из 3 воздушных петель. И точно так же в 6-ю от этого края 1, 2, 3, 4, 5, вот в 6-ю делаем, то есть напротив вот этого пико будет еще одно пико. То есть я уж не буду вязать, и вы поняли, да? То есть или мы посчитаем с вами вот 1, 2, 3, 4, это 5, значит вот 1, 2, 3, 4 и вот 5. А здесь можем тоже проверить 1, 2, 3, 4, 5, вот видите, 6-я. Здесь тоже пико. И так, в принципе, мы с вами обвязываем все наши вот эти вот большие петли. Обошли мы с вами все наши лепестки. Вот последняя петля я обрезала и закрепилась. Вот здесь я закрепилась так, я объясню почему. Вот смотрите, наш вот этот цветок имеет, вот, видите, он несколько вот тут вот в краях фалдит. Нам нужно с вами... как бы по схеме показано так. Далее у нас идет обвязка уже серым, да, и вот у нас есть вот белый контур, но в принципе сейчас у нас пойдет серый цвет. И на мой взгляд, нам все-таки нужно выровнять вот эту вот часть. Что я предлагаю сделать? Что сделать? Смотрите, как закрепиться. Я беру... 1-я, 2-я петля на одном лепестке, 1-я, 2-я петля на втором лепестке. И я их соединяю и хочу закрепиться вот так вот. Этот хвостик мы потом с вами прячем, да, закрепляем. А вот с этой петли, мы будем с вами вязать 1, 2, 3, накид в эту же петлю. Провязываем 1, 2, нитка толстая, ну то есть как бы, наверное, надо брать потоньше. И вот 4, вот 4 столбика мы с вами провязали, 4 столбика. Я бы сделала 1 воздушную петлю и закрепилась бы с пико столбиком без накида. Вот так. Теперь 1, 2, 6 воздушных петель. И вот наша центральная петелька, центральное пико, да, мы заходим в него и соединяемся столбиком без накида. Здесь я предлагаю сделать 1 воздушную петлю для поворота и зайти опять в это пико. и провязать еще один столбик без накида. Вот так вот. И теперь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Вот у нас очередное пико сбоку. Мы в него зашли, захватили. И вот у нас с вами мы попадаем в ложбинку. Что здесь мы делаем? Я делаю одну воздушную петлю, накид. Здесь мы с вами договаривались, что мы во вторую петлю и здесь вот 1, 2. Их соединяем. Здесь у меня просто не попрятаны еще нитки, но и провязываем вот так вот столбик с одним накидом. И в эту же петлю мы провязываем еще у нас здесь с вами 4 столбика, да? Второй, третий и четвертый. Вот ложбинки у нас с вами столбики, да? Одна воздушная петля и опять соединяемся с пико. И так мы соединяемся с вами по кругу. В итоге должны получить, вот видите, если посмотрим по кругу, у нас получается квадрат. У меня осталось еще буквально чуть-чуть, и продолжим. Итак, вот что у нас уже с вами получается. Последняя воздушная петля, и мы соединяемся с третьей петлей подъема и завершаем этот ряд. А далее весь ряд, если посмотрим на нашу схему, идет обвязка столбиками без накида, полностью по периметру. Поэтому мы сейчас переходим с вами под столбик и провязываем. Вот 3 столбика без накида, здесь у нас 1 столбик. И можно сразу перейти под арку. И здесь мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5 и вот 6 у нас, как бы видите, мы попали прям в саму петлю. Я провязываю еще столбик без накида в сам столбик и опять поворачиваю вязание и начинаю обвязывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть под арку эту 6. Вот этот мы переходим с вами, не провязываю я. И для того, чтобы у нас вот так вот, видите, постепенно получается обвязка угла. И так провязываем все с вами по периметру. Пошли столбиками без накида. Следующий ряд у нас столбики с одним накидом. 3 воздушных петли, и в каждый нижний столбик мы провязываем с вами столбик с одним накидом. В угловой части сейчас дойдем, и мы с вами посмотрим, что мы сделаем именно в углу. Вот так вот весь ряд. Дошли с вами до 2 вот угловых столбиков, и в каждый из них мы с вами провязываем по 2. 1 и сюда же 2 столбик. И потом в следующую угловую петлю опять провязываем 1 и 2 столбик. То есть мы таким образом с вами повернули, видите, наше вязание, и провязываем следующий ряд. И так ряд за рядом, и завершаем весь наш периметр столбиками с одним накидом. Обошли мы с вами ряд, получается очень красивый квадрат. Теперь наша задача обвязать другим цветом. Я вот хочу соединиться уже с третьей петлей подъема, и сейчас я просто возьму другую ниточку и вот так вот ее протяну, да? Здесь мы должны как бы обрезать, но я еще не обрезала. Хочу немножко схитрить, я ее так оставлю. Так, и беленькую ниточку хочу проложить вот так вот. Все, и теперь мы с вами должны будем, подтягивая все нитки, провязать столбиком без накида по периметру. При этом я хочу захватить вот этот белый хвостик и ввязать его. Ну, как бы тут тоже ничего сложного. Сам по себе квадрат-то, серединка только немножко там запутана, а так дальше достаточно легко. Мы дошли с вами до угла, вот наш, видите, вот 2 и 2. Если мы провяжем полностью, не добавляя никаких петель, я думаю, будет он и круглый. Ну, я бы, честно говоря, добавила вот в эту самую центральную петлю между двумя 2 и далее потом повернула бы и продолжила бы вязать. Попробуйте, посмотрите, может быть, видите, вот мне как бы так вот лучше он садится. Дальше мы в этом следующем ряду мы здесь по 2 добавим. И так обвязываем весь ряд. Обошли мы с вами периметр нашей белой ниточкой. Теперь вот смотрите, я говорила, что немножко решила схитрить. Я не обрезала вот эту нитку серую. И сейчас, смотрите, я хочу сделать вот так. Подтянуть серую нитку, да, и соединиться. Эту ниточку мы теперь сейчас вяжем, и у нас теперь пойдет следующий ряд. 1, 2, 3. И мы с вами вяжем столбики с одним накидом до угловой части, а угловую часть рассмотрим отдельно. Так. Дошли до угловой части. Вот наши 2 столбика. Первый, вот это как бы центральный, вот это. И смотрите, вот в этот столбик я сейчас провяжу 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Так, провязала. Теперь я провязываю в сам вот этот центральный, провяжу 1 столбик. И в следующий я опять провяжу 3. 1, 2 и 3. Вот смотрите, как у нас красиво повернулся уголок, да? И дальше мы опять с вами вяжем столбики с одним накидом и уголки, так же, как я только что показала. Итак, как вы видите, я прошлась по периметру, завершила вязку, и в итоге у нас наш квадрат готов. Когда соединяем, мы соединяемся с вами то ли за вот этот ряд, то ли мы можем еще связать один ряд, если нам нужно, допустим, побольше. У нас и так получился очень большой. Это все от толщины ниточки. Смотрите, у меня получился, ну, 20,5 сантиметров. Ну, а на кофту нужно 12, да? Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до новых встреч!